Чем он отличается от других? Да. А чем смертный тут отличается от Байрама? Чем вы не согласны, скажите, пожалуйста? Я давала разрешение. Я вас спрошу. Это общественное место. Общественное место. Это не ваша собственная квартира. Что вы ждете отсюда, скажите? Справедливого решения. 8 ребер, разрыв связки, вот ключица выпирает. Нога, рука, сами видите. Просто первая операция прошла. Прошла операция неудачная, повторно предстоит практически. Смотрите, у меня, видите, что с ногой? Мне предстоит повторная операция. То есть титановая пластина лопнула. И инвалидность, и, соответственно, все остальное. Вы помните момент ДТП? До мельчайших подробностей. Даже брызги стекла, когда он вписался в дверь, пассажирскую пола. Я помню полностью весь. То есть вы помните, как машина столкнулась? Я оставался в сознании до... Вот практически у меня за спиной уже оказалась моя вторая половина. Благо, приняв удар, получилось бы, если бы я стоял боком, я успел развернуться к машине, и, соответственно, меня зацепило по полу. Потому что если я встал спиной, у меня повреждена была только одна сторона. Сергей, ну убежать там никуда, прыгнуть не было. Вы знаете, не было. Если бы у меня не было за собой моей второй половины, я бы подпрыгнул, у меня переломов хотя бы не было. То есть малейший прыжок, у меня было время сгруппироваться и чуть-чуть подпрыгнул, меня просто снесло и все.